лето. Я и жарен, как котлета. Виктор, очень приятно. Советский время композитор. Есть, а денег нету. Ребят, советский рок-музыкант должен занимать активную социальную позицию. Мотор! Будущее за теми, кому все пофиг. Да ты! Ты поешь вражеские песни! Секс Пистолс. Я говорю тебе! А ты поешь песни нашего идеологического противника! Этот ведь, который без денег, сказал, что за новой волной будущее. Без денег теперь влияет на твои музыкальные предпочтения? Вы все время хотите с моими песнями что-то сделать. Может, попробуем их просто спеть? От меня ты что нужно? Благословение. Витю надо записывать, пока не поздно. А что с ним может случиться? Да все что угодно. Армия, семья, дети, алкоголизм. Что может произойти с человеком у нас в стране?